Сегодня Ульяновск с официальным визитом посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. О приоритетных направлениях работы ему доложил губернатор Сергей Морозов. Среди главных тем обсуждения – развитие промышленности, инвестиционный климат и проблема дольщиков. В первую очередь глава региона сообщил полпреду, что накануне с председателем правительства России Виталием Мутко была достигнута договоренность о выделении 1,5 миллиарда рублей на завершение строительства проблемных участков. Благодаря этой сумме 70% объектов Ульяновской области будут достроены. Кроме этого, Сергей Морозов обратил внимание полпреда на рост инвестиций и улучшение делового климата. Мы не испытываем, особенно в этом году, каких-то недостатков с привлечением инвестиций. Наоборот, какой-то такой, я уже в последнее время такое не совсем правильное выражение постоянно повторяю, такой жор какой-то начался. Значит, со стороны иностранных инвесторов, прежде всего, конечно, Германия наконец-то проснулась к Ульяновской области, потому что вот и история успеха их там увлекает, и наша активность, мы практически там еженедельно находимся. Недавно мы окончательно подготовили к открытию первой для нашей страны такой хаб, но, правда, он будет не в Германии, а в Чехии. По итогам 8 месяцев наблюдается рост частных иностранных инвестиций – более 30 миллиардов рублей. За это время создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Также губернатор отметил, Ульяновская область первой в России переходит на новую систему расчета тарифа за теплоснабжение по методу альтернативной котельной. Это позволит привлечь инвестиции в данную отрасль и продолжить модернизацию теплоисточников.